При этом Тернополь действительно атаковали и били оккупанты, как обычно, по людям. А случилось это за 10 минут до выступления на Евровидении украинского дуэта «Творчи», которое как раз-таки из Тернополя. Возможно, россияне намеренно били по городу. Вот только страна-изгой лишь доказывает свою ущербность. Тогда как во всем мире поддерживают Украину. И Евровидение не исключение. Послушайте только слова участника конкурса из Молдовы. Украина заняла на Евровидении 6-е место, выступив очень достойно. Победителем же конкурса стала шведская исполнительница Лорин. И это ее вторая победа на Евровидении.